Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня у нас крещение, мы приехали с мужем на купель. Это вот Димитровский мост, и остановка называется мост. Вот здесь ступеньки, сейчас будем спускаться и пойдем как раз к месту. Вот мы спустились под мост, вот лесенка, дорогу перешли, здесь вот стоят ГАИ, ДПСники, чтобы люди спокойно переходили, все вот здесь в снегу, вот дорожка, вот туда мы сейчас пойдем напрямик, потом дальше еще покажу, все, двигаемся, все в снегу, ну пройти можно. Вот мы пришли, вот здесь вот чай горячий выдают бесплатно, сладкий очень сильно делают чай, как полевая кухня. Здесь скорой помощи, стоят несколько машин, вот там люди как раз приходят с моста. Здесь вот стоят, как пушки обогревают. Вот эти палатки. Палатка женская и мужская раздевалки. Вот здесь люди уже в купель заходят. Соломкой все постелено. Муж пошел переодеваться, раздеваться. А я вам сейчас все покажу. Вот база. Здесь база МЧС. А вообще это вот ну, прорубь прям в оби. Вот там две палатки, люди выходят. Сегодня народу совсем немного, хотя всего 5 градусов мороза. В общем-то народу немного, прошлый год было больше народу. Костя, Костя. Ну ладно, подождем, когда мой выйдет. Пока он переодевается, люди заходят, молодцы. Ого! С праздником всех! Мой Ваня. Все, мой заходит. Нашел, то потом перебросил. Господи, как только у него терпения хватает. Все, пошел. Все. Все, мой прошел, Ванечка. Пошел переодеваться. Марина, помаши. Марина, помаши. Да. Спасибо.
тепло, а прям какой-то ветер. Ветер холодный, снег идет. Вот вокруг все снимают своих родных и близких на память. Народа немного в этом году. Прям совсем немного. Удивительно. Вот вокруг вам маленько покажу. Вот наш мост. Вот река. Она даже не замерзла сегодня там вдалеке. Здесь только у берега. Вот там вдалеке рыбаки у нас рыбачат. Вот видите, народу совсем немного. Сейчас муж оденется, поедем. Он в церковь поедет сейчас за святой водой. А да, я домой поеду к внукам. Вот на память сняла. Каждый год сейчас с ним буду ездить, на память снимать. Пусть будет. Как будто из горячей ванны вышли, они спрыгнут. Там кремы стоят. Я подогрев заказывала. У вас купальник, наверное, с подогревом. Ну, не знаю, только переодеться, что уже не надо. Там же машина. Да. Я тоже приезжала, если там не
сыр и плов. А что там? Чайник пьем. Идемте. Чай пьем. Ну все, мы пошли домой. Вот дорога назад к мосту. Вон там лесенка. И на автобус. Вот вдалеке видно как раз площадка, где мы были. Все, всем, всех поздравляю с крещением. Всем здоровья желаю. Пока-пока.